Это носки для девочки. Их носят и в холод, и в жару. Это берет. Он мягкий. Это зимний комбинезон. Он очень теплый. Это сарафан. Его носят девочки, когда на улице тепло. Это зимний комбинезон. Он закрывает ручки, ножки и туловище от холода. Это панама для девочки. Ее носят на голове. Это босоножки. У них есть каблучок. Это халат. Его носят дома. Это носки для мальчика. Их шьют или вяжут из ниток. Это майка. У нее нет рукавов. Это шуба. Ее носят зимой. Это зимняя куртка для мальчика. Она очень теплая. Это гольфы. Их надевают на ножки. Это зимние сапоги для девочки. Их надевают на ножки. Это блузка. Она шита из ткани. Это носки для девочки. На них есть рисунок. Это футболка. Она мягкая и легкая. Это сандали. Их надевают на ножки. Это осенние брюки для мальчика. Их шьют из теплой ткани. Это туфли для мальчика. Они могут быть большие и маленькие. Это косынка. Ее надевают, чтобы закрыть голову и ушки от ветра. Это варежки для девочки. Они греют ручки. Это кофта. Она мягкая и теплая. Это осенняя куртка для мальчика. Она застегивается на змейку или на пуговицы. Они защищают ножки от воды и холода. Это блузка. У нее есть рукава и пуговицы. Это осенние брюки для мальчика. Их носят, когда холодно или идет дождик. Это пальто. Оно застегивается на пуговички. Это рубашка с длинными рукавами. На ней есть пуговицы. Это колготы для девочки. На них есть рисунок. Это зимние сапоги для девочки. Их надевают на ножки. Это плащ. Его носят весной и осенью. Это кофта. Она греет ручки и туловище. Это зимние брюки для девочки. Они теплые, поэтому их носят зимой. Это ботинки для девочки. Их носят осенью или зимой. Это пижама для девочки. Она мягкая. Это пижама для мальчика. На туловище надевают рубашку, а на ножки – штанишки. Это перчатки для мальчика. Они греют пальчики. Это свитер. Его надевают, когда холодно. Это осенняя куртка для мальчика. Она защищает от дождя. Это шуба. Она очень теплая. Это футболка. Она мягкая и легкая. Это рубашка с короткими рукавами. Она легкая. Это туфли для мальчика. У них
твердая подошва, чтобы защищать ножки от камней. Это носки для мальчика. Их надевают, чтобы не натереть ножки обувью. Это кепка. Она защищает головку от жаркого солнца. Это юбка. Она может быть длинной или короткой. Это зимняя куртка для мальчика. Ее надевают, когда выходят на улицу.